дружище, у тебя есть что-нибудь пожелать? А, веганские канапе с тофу и вяленые томаты. А кроме этого, фу. Ничего, может, рыбки хотят? Ну, с рыбой ничего, к сожалению, нет. А я считаю, это прекрасная идея. Сделать безалкогольный прием. Ну, а как иначе? Я же должен подавать пример. Вадим Андреевич у нас гений пиара. Ну что? Нам всем до него далеко. Есть чему у вас поучиться. А что это вы такой пьете? Чага. Древесный гриб. Невероятно полезная штука. Профилактика от всех болезней, включая онкологию. У сибирских шаманов считается, что чаговый гриб дарует вечную жизнь. Хотите жить вечно? Я считаю, что за натуропатией будущее. Мы с семьей лечимся только народными средствами. Надеюсь, когда-нибудь и человечество поумнеет и поймет, что фарма – это чистый яд. Прошу прощения. Уважаемые грибники, не хотите ли сделать привал? Нет, мы только во вкус нашли. Ну куда вам столько солить? Ой, а Катя, дедушка, знаешь, какие потрясающие соленые грузди делает. Угу. Я больше всего рыжики люблю. Только их собирать трудно. Вы откуда знаете? Столичный житель. У столичного жителя дача была. А. Ребят, вон там полянка. Чур мои белые. Вадим Андреевич, разрешите от всей души? Благодарю. Не прощаюсь. Да, спасибо, что приехали. Вы проходите. Папа. Да, солнышко. Пап, а когда тетя Наташа приедет? Тетя Наташа? Васенька, нельзя взрослым мешать. Иди вон с Андрюшей поиграй пока. Не на что, Наталья собиралась приехать? Нет, нет, не собиралась. Ася напутала что-то. А с тобой все в порядке? Чтобы ты вспотел. Нормально все. Вадим Андреевич, дорогой. Я прошу минуточку внимания. Прежде всего, прошу извинить нашего мэра. Срочные дела не позволили ему лично поздравить нашего юбиляра. Разумеется, мысленно. Он сейчас здесь с нами. А Вадим Андреевича он поздравит позже. Наш дорогой юбиляр – человек исключительно трезвого образа жизни, ясных мыслей и чистейших помыслов. Посмотрите на этот уютный дом, очаровательную хранительницу очага Нину и прелестных детей. Но не только семейный очаг в фокусе внимания нашего юбиляра. Все мы знаем, как помогает горожанам программа «Здоровый Затонск». Любимое детище Вадима Андреевича. Сеть медицинских пунктов «Здоровый Затонск» покрывает весь город и позволяет каждому выявить проблемы со здоровьем буквально во дворе собственного дома. Давайте поздравим нашего юбиляра. Благодарю. Следственный комитет. Лейтенант Стрижова. Это со мной. Жень. Да.
О, Катюх, какими судьбами? Привет. По грибы ходили. Что тут у тебя? Что-что, как обычно. Этот вон, в щи, на встречку вылетел, и тачки, которая в своей полосе шла, никого не трогала. Лобешник. Женщина все, а ему хоть бы хны. Не царапина, блин. А еще говорят, бог не фраер. Сумароков, Максим Александрович, Следственный комитет. Помощь нужна? Спасибо. Справляемся вроде. Да тут и так понятно, что здесь произошло. Терпевшая Анфимова Наталья Ивановна, 1978 года рождения, зарегистрирована в Москве. Да. Далеко забралась на свою голову. Извините. Кошмар, а не суббота. Два вызова одновременно, а бригад не хватает. Аня, а? Нам с Катей надо срочно в город. Да. Я поняла уже, что что-то еще случилось. Замглавы местной городадминистрации скончался на собственном юбилее. Тебе Женя отвезет. Хорошо? Что вообще за меня? Не точно все в порядке? Конечно, конечно. Женя, отвезешь Аню? Да, Катя, отвезу. Ну, надо ехать. Давай возьму. Аня, можешь спросить? Конечно. А, я скоро уезжаю отсюда. Жаль. У нас экспедиция заканчивается, и нужно уезжать. Очень жаль. Да. Я очень не хочу расставаться с Катей. Понимаю. И я не знаю, захочет ли она поехать со мной. Ну, спроси ее. Я спрошу. Мне просто очень нужен совет, как лучше это сделать. А. Не знаю, как-то деликатно, наверное. Она же девушка такая, независимая, осторожная. Работа у нее такая. Окей, понял. Знаешь, я буду очень рада, если у вас все получится. Правда. Спасибо большое. Итак, как вы уже знаете, скончался Кондратьев, замглавы администрации. Смерть не криминальная пока, но мэр лично просил взять на контроль. Все-таки покойный не последний человек в городе. Да и странно все это. На своем юбилее, прямо посреди тоста, можно сказать. А знаете, что еще странное? Женщина, погибшая вчера в автомобильной аварии, старшая сестра жены Кондратьева. Господи. Бедная Нина. Две смерти в один день. Сестра, наверное, спешила на юбилей. Степин, что там в рапорте у гаишников? Гражданин Зизюля Юрий Дмитриевич, 1982 года рождения. Во время движения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови обнаружено около 1,9 промилле. Ничего себе, он вообще понял, что женщину убил? Я была на месте аварии. Он вообще никакой был. Да, гражданин Зизюля вину полностью признал. Примерный семьянин, идеальный руководитель, много сделавший для нашего города, погиб в отцвете лет. Да, погиб в отцвете лет. И этого проклятия сгубил. Елена Федоровна, ну какое проклятие? Семейное. У них ни один мужчина до 50 лет не доживает. Смотрите, вы же знаете, что мужчина этого возраста находится в группе риска. Особенно если ведет нездоровый образ жизни, случаются инфаркты, инсульты. Да, правильно. Только Вадим Андреевич уж лет 5 как не пил и не курил, а 50 стукнуло и умер. Как? Анна Николаевна, я к вам. Ой, здравствуйте, как вы себя чувствуете? Гораздо лучше. Столько дел переделала и по дому, и в огороде. И все благодаря вам. А, вот.
Вот-вот-вот. Вот. Возьмите. Что вы? Возьмите, возьмите. Домашний сама солила. Что вы, не стоило, правда. Возьмите, возьмите. Не обижайте. Спасибо вам большое. Спасибо, это от всего сердца. Елена Федоровна, может, возьмете? Я только вчера целую корзину грибов домой притащила. Ну что, она вам помешает, что ли? В темное место поставите, зимой как найдете, с удовольствием. Ну, пожалуйста. Не выдумывайте, берите. Да. Грибная мануфактура Анфимовых. Пару минут, Максим Александрович, уже заканчиваю. Надеюсь, без сюрпризов? Ну, это как посмотреть. Покойный второе лицо после мэра, говорят, в Думу собирался баллотироваться. Но, как говорила Фрекенбок, пьянство до добра не доводит. Это разве не Карлсон говорил? Подождите, какое пьянство? Он разве пил? Регулярно. Все знают, он ЗОЖ продвигал. На банкете даже алкоголя не было. Да мало ли кто на что пропагандирует. Кондратьев за свой ЗОЖ хорошие дотации получал. Вот и пропагандировал. Вот смотрите сами. Так, так, так. Смерть наступила в результате острой печеночной почечной недостаточности. Результат теста Видмарка, алкоголя в крови 0,59 промилле. Это ж немного. Читайте. Так, в результате анализа было установлено, что в желудке погибшего содержатся следы абсорбента. Вот. Вот вам и ответ. Он скрывал, что пьет, поэтому принимал абсорбенты. Ага. А что по Анфимовой? А что по Анфимовой? Вскрытие не проводилось. Зачем? Смерть в результате аварии, травмы, несовместимые с жизнью. Виновный сознался. Вы лучше мне расскажите, как вы поживаете. Вы, надеюсь, больше не пьете? Регулярно. Значит, жизнь налаживается. Очень рад за вас. Вы не поверите, нашел. Вся подписка за 1911 год чудом сохранилась. Здорово. Почему чудом? Ну, так архив же выгорел 20 лет назад. Столько ценных материалов погибло. Угу. А полицейский архив еще в революцию сгинул. Большевики постарались, не хотели, чтобы новая власть узнала, кто во времена он и на охранку работал. А все, что вас интересует? Вот. Да. Наш корреспондент телеграфирует. Из зала суда с того дня в 2 часа был вынесен приговор Аглае Анфимовой. Позвольте. Так, вышепоименованная Аглая отравила своего зятя Прохора Защепина ядом бледной поганки. В последнем слове она заявила, что, без сожаления, сделала бы это еще раз, ибо в ее зяте вселился бес. Он пил и бил смертным боем жену, дочь Анфимовой, и их малолетних детей. Анфимова осуждена к бессрочной каторге. Да, грустная история. Весьма типичная для того времени, вы знаете. Я думаю, много людей отправилось на тот свет, поев грибочков. Ань, извини, сейчас не очень удобно говорить. Я буквально 2 слова. Это по делу. Нужно провести экспертизу тела Кондратьева. Сделать анализы на наличие фалоидинов и аммонитинов. Это что такое? Яд бледной поганки. Есть подозрение, что Кондратьева отравили грибами. Из чего это следует? Есть некоторые указания. А, да, понимаю. Но подожди, у него же обнаружена острая печеночная почечная недостаточность. Вот именно. Это типичная картина отравления. Ага. Послушай, но ведь он мог случайно отравиться. Сейчас же все едят грибы. Мог, но есть указания. Скорее всего, яд попал в его организм за 5-6 дней до смерти. Типичная картина отравления выглядит так. Сначала симптомы легкого недомогания, боль в желудке, незначительное повышение температуры. Не все обращают внимание на эти симптомы, лечатся какими-то лекарствами, абсорбентами. Абсорбенты? Да. Потом наступает период так называемого ложного благополучия. Это 3-4 дня. Потом резкое ухудшение и смерть. Анна, здравствуйте. Все это очень может быть. Здравствуйте, Марина Васильевна. Не знала, что вы там. Как вы думаете, похоже на отравление? Может быть, может быть. Я проведу анализ, если Максим Александрович не против. Mm-hmm. Не против. И еще нужно выяснить, с кем он встречался за последние 6 дней, и что ел, опросить родственников.
Спасибо, Ань. И я, извини, перезвоню. Криминальный дуэт? А, нет, антикриминальный, да? Может, стоит Анну Николаевну взять в штат? Не думали об этом? Максим Александрович. Я подумаю. Спасибо, Марьяна Васильевна. Я хотела вас попросить, не говорите детям о том, что Наташа разбилась. Хватит с них и смерти отца. И маме не говорите. Ей 70 уже, она не переживет. Конечно. Я понимаю. Да, и проводимо. Дети думают, что папа умер от сердечного приступа. Пусть так все и будет. Асенька, мне кажется, еще не осознала, а вот старший Андрей, он очень тяжело переживает. Здравствуйте. А вы к нам в гости? Привет, да. Здорово. Я люблю, когда гости. Только недолго, пожалуйста. Хорошо. Сегодня у нас на обед грибной суп. Бабушка приготовила. Как интересно. Да, в нашей семье мясо не едят. Убивать животных жестоко. И вредно. Мясо – это низкие вибрации. Да и вообще, это прошлый век. Отец говорил, что современный человек должен осознанно относиться к своей пище. Значит, он тоже внимательно следил за тем, что он ест. Да, ничего вредного. У нас даже мороженое свое. Мама сама делает. Без молока и без сахара. Угу. Ужас. Ничего не ужас. Зато мы дольше вас проживем. Я не сомневаюсь. Неужели все-таки пришили нашего зожника? Есть такая версия, господин мэр. Расскажи мне о нем. Или ты не знаешь, чем занимаются твои заместители? Что тебе рассказать? Хитрый аппаратный лис. Умел произвести нужное впечатление. Харизматичный. Женщинам нравится. Откаты брал? Ну, за руку его не ловили. Обедал он где? Вместе со всеми? Ну, что ты. Он же был повернут на правильном питании. Мясо нельзя, глютен вредно. Хуже мамы. Если такое вообще возможно. Ему его помощница готовила. Приносила из дома все готовое. Помощница? А почему не жена? Наверное, она лучше готовила. До свидания, Олег Владимирович. До свидания, Лидочка. Это вот как раз та самая секретарша Кондратьева. Не знала, что секретарши так хорошо зарабатывают. Зарабатывают они, как все. Так, не томи, она любовница Кондратьева. Строго между нами. Вадим Андреевич уже на том свете, так что не хотелось бы лишний раз беспокоить его супругу. Тебя подвезти? Да нет, я сама найду. Анна Викторовна, подождите, пожалуйста, в машине, я сейчас. Мама-то в курсе? Стрижова. А супчик она тебе готовит? Грибы ночь. Ладно, я пошла. Ел он грибы. Мам, ну зачем ты? Тебе же тяжело. Я варила супчик грибной. Только мы его все ели. И я, и дети. А тяжело мне без дела сидеть. Нина, нам нужно изъять всю вашу посуду. Я понимаю, что Вадим Андреевич вряд ли отравился здесь, но так нужно. Делайте, что вам надо. И еще, у вашего мужа был термос. Он из него пил какой-то отвар. Он нам тоже будет нужен. А ты не знаешь, где он, мам? Не попадался. Хотите сказать, что он пропал? Мне кажется, когда Вадима увозила скорая, он был на лужайке возле дома. Ну, не знаю, может, взял кто-то, потому что я его потом искала, нет нигде. Мы вообще-то грибы и собираем, и едим, и делаем заготовки на зиму. Только у нас даже Ася знает все ядовитые грибы. Это, наверное, что-то наследственное. А у моих предков еще до революции был небольшой бизнес. Анфимовская грибная мануфактура. Может, слышали? Анфимовские грибки.
Да, там что-то слышал, но... Следы искать будете. Да, бледная поганка, она такая. Следы ничем не отмоешь, сколько с мылом не мой. Ну, ищите, ищите. Мамочка, мамочка! Я нашла термос папин. Он был в подвале. Вот. Асенька, а кто тебе разрешил одной в подвал спускаться? Ну, я помочь хотела. И помогла. Спасибо, Ася. Лидия Сергеевна, по словам сотрудников мэрии, вы всегда готовили обед Кондратьеву. Ну да. А что? Вы помните, что готовили на прошлой неделе? А что вас конкретно интересует? Вы готовили ему грибы? Ну да. В среду. Ризотто с лисичками. Вскрытие показало, что ваш шеф отравился бледными поганками. Серьезно? Отстой. И что? Вы теперь думаете, что это я? Да мой ризотто половина мэрии ела. Не хочу я жить с этой имбецилкой. Ну как ты можешь так говорить? Ну это же твоя сестра. А мне плевать. Не хочу. Жаль, что отец не успел отправить тебя в военное училище. Вы доктор? Здравствуйте. У сына возраст такой, все время с сестрой спорит. Я не знаю, что с этим делать. Ничего страшного, это пройдет. Наверное. Проходите, пожалуйста. Я сейчас вам задам вопрос, прошу как следует подумать над ответом. Кондратьев просил вас когда-либо обналичивать деньги через ваше ИП? Нет, не просил. А, я, кажется, поняла. То есть вы думаете, раз девушка красивая, то она сразу мошенница или проститутка? Так вот, я не такая. Согласно этой выписке, вы, как индивидуальный предприниматель, заработали в прошлом году около 1,5 миллиона рублей. Ну да, потому что я видеоблогер, и у меня 2 миллиона подписчиков. Да вы что? И о чем ваш блог? Ну как, я рассказываю девушкам, как им правильно краситься, одеваться, подавать себя в обществе. Ну, что сейчас в тренде, какие губы, какие ресницы. То есть ваши доходы от рекламы? Да. А зачем вы вообще пошли работать в мэрию? Ну, мне нужны связи, знакомства. Всегда полезно быть поближе к власти. 150 на 95 повышенные. Вы лекарства какие-то принимаете? Да не доверяю я таблеткам. Боярышник пью. Лимон с чесноком. Лимон с чесноком — это очень хорошо. Но лекарства принимать тоже надо. Регулярно. Я вам выпишу рецепт. Артрит у вас давно? Давно. Последнее время хуже стало. Хожу с трудом. Дочке пришлось переселить меня на первый этаж. На второй подняться уже не могу. А артрит? Вы тоже народными средствами лечите? Конечно. Ну, конечно. Листья березы, багульник, зверобой, календула. Да я вам целую аптеку составить могу на все случаи жизни. Спасибо вам большое. Буду иметь в виду. А у вас были внеслужебные отношения с Кондратьевым, вашим шефом? Да, были. А что? Вообще-то мы взрослые люди. А вас не смущало, что он был женат? Да он жену свою терпеть не мог. И вообще бы уже давно с ней развелся, если бы не его карьера. Ну, вообще она сама виновата.
серая как мышь. И пилила его постоянно. Почему? Ну, она хотела какую-то там девочку дефективную усыновить. Как будто бы ей своих детей мало. Ну, а Вадику? Ему зачем чужой ребенок? Ты еще с какими-то особенностями. А, и, кстати, сестра ее старшая, Наташа, она тоже ее против мужа постоянно настраивала. Тоже каким-то там жертвам в Москве помогает. Юрист, короче. Так вот, Вадик ее тоже на дух не мог переносить. Даже на порог не пускал. Странно, а зачем тогда она ехала к нему на юбилей? Да я-то откуда знаю? Ну, возможно, она помириться хотела. Смотрите, здесь препараты для понижения давления. Их нужно употреблять регулярно. И мазь от артрита. Я знаю, что ваша семья уважает народную медицину. Я ее тоже очень уважаю. Но все-таки современными методами пренебрегать совсем уж не стоит. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Все. Какой симпатичный домик. Да, это Вадим для детей построил. Ну, точнее, для Андрюши, когда тот был совсем маленький. Симпатичный. До свидания. До свидания. Вадик, ну что там с посудой? Пришел результат? Да, только что. На посуде из дома Кондратьевых следов яда не обнаружено. А вот на термосе... Понятно. Факт отравления можно считать доказанным. Ну, причем отравить могла как жена, так и любовница. Это точно не Лидия? Почему? Мне казалось, она тебе не понравилась. Мало ли кто мне не понравился. Лидия круглая дура. Она поганку от мухомора не отличит. Но ей не обязательно его отличать. А может, ей передали яд? Да, она имеет доступ к термосу. Ее нельзя списывать со счетов, у нее 2 миллиона подписчиков. Но у Нины был мотив, если она знала про любовницу. Плюс это мутная история с ребенком, которого она хотела усыновить. Против воли мужа. Ради усыновления пойти на убийство – это как-то чересчур. Я бы еще понял, если бы у нее своих детей не было. А, кстати, Нине не очень понравилось, когда Ася помогла найти термос. Она чуть ли не наорала на нее. Короче, давайте разбираться с обеими женщинами, тут есть о чем подумать. Алло. Да, я заказывал доставку. Через час. Замечательно. Спасибо, я встречу. А, матрас заказал. Полужесткий. Парни, можете старую кровать тоже выбросить? Не за бесплатно, разумеется. Поздно уже. Шуметь будем, соседи полицию вызвать могут. Я сам полиции, соседи у меня хорошие. Ну, если нормальные, 500 рублей дашь? Ну, куда я денусь? Ань, привет. Извини, не разбудил? Нет, я еще не сплю. Как твои дела? Нормально, хорошо. Слушай, я завтра по работе в одно место еду. Поедем вместе. Это в обеденный перерыв недалеко. А что это за место? Ну, какая разница? Просто побудем вместе. Так что не против? Это кто это у тебя там? Грузчики. Я кровать новую купил и матрас полужесткий, как ты советовала. Это очень мило с твоей стороны. Ну, правильно, надо же заботиться о здоровье позвоночника. Ну что, до завтра? До завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Аня, люблю тебя. О. Я это сказал. Больше ничего не говори без адвоката. А ты? Ничего не скажешь? Угу. Не по телефону. Пока. Женечка, миленький, прости, я сейчас не могу совсем. Я на работе. Когда закончу, да я не знаю. Хорошо, я потом наберу. Давай, пока. Что, твой супер Евгений против того, что ты работаешь по ночам, да? Степин, вон машина Олега. Пошла цапля.
Пойдем? Секунду. Пошли. Вечер в хату, господин мэр. Добрый вечер. А в чем дело? Я ничего не нарушил. Что ты тут делаешь с ней? Мне кажется, это мое личное дело. Боюсь, уже нет. Ладно. В общем, Лида тут ни при чем, это я в чем виноват. В чем ты виноват? Я подозревал, что Кондратьев пилит бюджет. Доказательств у меня не было, я пытался их найти. Тут ко мне пришла Лида. Давайте я расскажу. В общем, босс меня достал. Ну, он хотел всякого. Ну, понятное дело, я отказалась. А он хамил, орал, поручения давал какие-то идиотские. И девочкам в блоге постоянно... Короче, хотели его сдать? Ну да. А что? Я знала, в какие статьи у него откаты зашиты. Ну и два разговора на диктофон записала. В общем, Лида принесла ей эти записи мне, я передал в АБЭП. А потом, когда Кондратьева убили... Я испугалась. Очень. Ну, если они узнают, что это я его сдала. Ну и Лида обратилась ко мне за помощью. А что ты раньше не сказала? Не мог, Катюш. Не АБЭП запретил, а на ценный свидетель. Ладно, ясно все. Спасибо. Это полный кошмар. Мы следили за осведомительницей ОБЭПа. Зато одной версии меньше. Привет! О-о-о! Катюша! А мы тебя заждались. Что-то вы допоздна засиделись. А у нас повод появился. Мы тебя просватали. Что? Катюш, извини, но я должен был сначала у Ивана Юрьевича его мнение спросить. Иван Юрьевич не возражает. Вы что, серьезно? Катя, ты именно та женщина, с которой я хочу прожить всю свою жизнь. Будь моей женой. Женька. Слушай, я сейчас вообще ничего не соображаю. На работе был трудный день. Я спать хочу ужасно. Давай завтра обо всем поговорим, хорошо? Конечно, как скажешь. И не карауль меня, пожалуйста, под окнами. Я сама тебе позвоню. Добрый день. Шуваева, директор. Это вы звонили? Да, здравствуйте. Нас интересует девочка, которую опекала Нина Кондратьева. Сонечка? Да, Нина часто приезжает к ней, но и других детей тоже не забывает. Вкусности привозит, игрушки, книги. У нас ведь особенные дети, нам без благотворителей не выжить. А можно ее увидеть? Она где-то здесь. Минутку. С ума сошел. Ну, что ты тут делаешь? Ну, ты запретила карауль с под окнами, а вот я здесь.
И что ты тут всю ночь провел? Да, спал в фургоне. Мне нормально, я привык уже. А тебе на работу не нужно? Так закончили съемки. Я в Москву уезжаю, Кать. Я же говорил. Поехали со мной. Я серьезно, я не представляю, как я без тебя жить буду. Я очень давно так не влюблялся. А не серьезно, сколько раз влюблялся? Говорят, у киношников в каждом городе по невесте. Что за ерунда? Кто тебе сказал такое? Вообще к чему-то это все. Женя. Прости. Но так будет лучше. А к чему все это было? Ну, если ты не хочешь серьезных отношений, то зачем это все? Ты развлекалась просто? Прости. Думай, что хочешь. Прости. Девочка. Смышленая. Немного отстает в развитии, но это поправимо. Почему она в коляске? Родилась шестимесячной, с кровоизлиянием в мозг, что и привело к серьезным нарушениям моторики. А нам можно с ней поговорить? Да, пожалуйста. Привет. Меня Аня зовут. Это Максим. Как ты поживаешь? Хорошо. Спасибо. А мама сегодня приедет? Мама? Мама Нина. Мы с ней скоро поедем домой. Там у меня сестричка и братик. Сонечка. Тебе пора на процедуру. Соня думает, что Нина ее мама? Она и есть ее мать. Знаете, интуиция меня редко подводит. Иногда женщина начинает мучить совесть, и они находят своих брошенных детей. Спасибо. Спасибо, что уделили нам время. Не за что. Всего доброго. До свидания. Аня? Я была недавно у Кондратьевых по вызову. Услышала, как Нина ругалась со своим старшим сыном. Он кричал, что не хочет жить с имбецилкой. Сначала думала, что это он про младшую сестру, а теперь я понимаю, что это он про Соню говорил. Если Соня родной ребенок Нины, а муж возражал против усыновления, это серьезный мотив для убийства. Да. Я не хотела тебе говорить, но мне тоже кажется, что Кондратьева убил кто-то из его семьи. Извини, что спрашиваю. А ты видишь Кондратьева? Он тебе все показывает? Нет, я вижу Наталью. А почему Наталью, если убили его? Макс, я не знаю, я не могу ответить. Ну, ты можешь меня спрашивать о чем угодно. Не извиняйся. Аннушка присмотрит. А на оперативную работу ты бы и в Москве могла устроиться. Я в этом не сомневаюсь. Женя хороший парень. Он любит тебя. Может, передумаешь?
Я пойду открою. Привет. Привет. Тебе дед позвонил? Да. Рассказывай, что случилось, хотя я уже знаю, конечно. А если ты знаешь, то что тогда рассказывать? Почему? Я не знаю. Боюсь, наверное. Чего боишься? Что у нас с ним ничего не получится, он будет меня изменять. Пусть какая, откуда такие мысли вообще? Я поменяю свою жизнь. У нас ничего не получится. Ерунда. Никто не может знать этого заранее. Нет, какая-то другая причина должна быть. Я не люблю его, Аня. Он классный. Мне с ним хорошо, весело. Но любовь — это другое. Тогда понятно. Чего ревешь тогда? Потому что привыкла к нему, буду скучать. Может, тогда выйдешь замуж за него? Нет. Так будет нечестно. Согласна.